Всем привет! Сегодня с вами сделаем вазу из вот такой вот пустой пластиковой бутылки. Острым ножом срезаем верхнюю часть. Теперь нам понадобятся яичные лотки. Из них мы сделаем массу папье-маше. Рецепт я оставлю по ссылочке в описании под видео. Заходите, смотрите, там будет два рецепта. Смотрите оба и выбирайте тот, который вам больше понравится. Такую массу можно хранить в холодильнике. И из нее можно лепить все, что угодно. Давайте же приступим. Облепливаем полностью нашу банку со всех сторон. И постепенно можно приглаживать ее, например, с помощью шпателя или ножа, периодически смачивая в воде. В конечном итоге должна у вас получиться вот такая вот спираль. То есть сначала банка просто облепливается, а потом все время вниз добавляется больше, больше и больше и уходит по спирали вниз. Вот таким вот образом. Оставляем сохнуть в теплом месте до полного высыхания. Наша ваза становится твердая и тяжелая. Теперь беру белую акриловую краску и окрашиваю все где-то в два слоя. Каждый слой должен хорошо просохнуть. Теперь берем другой цвет краски. Это может быть голубой, серебряный, золотой, бронзовый. Я же возьму золотой цвет и окрашу вот эту вот спираль по кругу. Вот таким вот образом. Напишите мне в комментариях, а каким бы цветом сделали вы? Ну и конечно же не забывайте покрыть все лаком. Можно использовать акриловый лак, как наносить его кисточкой, так и спрей-лак. Но не забудьте, что если вы используете вот такой спрей-лак, необходимо его только использовать на открытом свежем воздухе. И с учетом того, что у нас за основу взята пластиковая бутылка, мы смело можем использовать не только искусственные цветы, но и живые. То есть наша ваза абсолютно не боится влаги. И еще хочу напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на мой канал, ставить лайк, нажимать на колокольчик, чтобы получать новые видео. И, конечно же, писать мне свои комментарии. Мне очень важно ваше мнение. На этом все. Всем удачи и пока-пока. Ой-ой-ой, ты что, до сих пор не подписался и не поставил лайк? Скорее сделай это!